В преддверии санитарной недели студенты Анапы планируют масштабные экологические десанты практически во всех микрорайонах города. Сегодня ученики медицинского колледжа начали уборку на старом кладбище в районе Высокого берега. За много лет там накопилось столько мусора, что вычистить за несколько часов даже сотни студентов не удастся. Тракторную телегу наполнили доверху меньше, чем за час ветками, стволами деревьев и просто мусором. Поэтому уборку территории кладбища решили продолжить и на следующей неделе. Тем более, что скоро день поминовения усопших. Согласно постановлению губернатора Александра Ткачева, 13 мая на Кубани выходной день.